Уже более 40 лет проводится патриотическая акция «Снежный десант», став одной из популярных среди студентов в России. «Снежный десант» объединяет не только студенческие отряды из одного региона, но и обычных студентов из вузов России и даже других стран. Это очень важно, что мы помогаем различным людям, то есть будь то молодежь, ребята младше нас, дети, либо наоборот пенсионеры. И это очень важно, что мы можем вот так вот приехать, поделиться каким-то своим опытом, дать чуточку добра и приобрести для себя какой-то опыт взаимодействия с людьми. Акция «Снежный десант» направлена на оказание помощи ветеранам и пожилым людям, на популяризацию здорового образа жизни и культуризацию. Открытие этапа всероссийской акции «Снежный десант» состоялось в Щелкове на Аллее памяти. Российский студенческий отряд «Наследники» проведет в городском округе 3 дня. Ребята проведут мастер-классы по прикладному искусству в школах, проведут концерт в Щелковском колледже, а также другие мероприятия. Кстати, такой отряд есть и у нас в Щелкове. Он скоро отправится помогать в Дубну. Российские студенческие отряды – это движение у нас базируется на базе Щелковского колледжа, структурное подразделение номер 6, и все желающие могут вступить в это объединение, участвовать в мероприятиях Московской области, региональные, всероссийские и так далее. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.